25 лет во имя жизни. Накануне исполнилось четверть века со дня образования МЧС России. Торжества, посвященные юбилейной дате, прошли в Академическом театре оперы и балета. С профессиональным праздником сотрудников ведомства поздравили почетные гости, друзья и коллеги. За годы работы ведомство превратилось в хорошо оснащенную систему предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий. На счету специалистов только за этот год свыше 2500 спасенных жизней. За 25 лет сильный толчок развития не только профессиональном, но и в плане технической оснащенности мы преодолели. Сегодня у нас многофункциональная служба, которая выполняет свой служебный долг не только на суше, но и на воде, и в воздухе. Действительно профессионалы. В ходе праздничных мероприятий сотрудникам МЧС были вручены грамоты и ведомственные награды. Также подарки получили юные саратовцы, принявшие участие в творческом конкурсе регионального управления МЧС.